Стерлитамакском многопрофильном колледже вручили медали детям войны. Это те люди, которые родились незадолго до войны и в ее годы. Встреча прошла за чашкой чая. Около 100 человек, работников предприятий нашего города, пришли на церемонию вручения медалей, чтобы вспомнить о тех нелегких годах Великой Отечественной. Подобного ранга мероприятие у нас проводится не впервые, уже третий год подряд мы встречаемся. Впервые мы провели, это была презентация книги «Дети войны». Затем мы презентовали еще одну работу Центра внешкольной надежды, внешкольной работы «Надежда». И вот сегодняшнее мероприятие является уже продолжением нашего сотрудничества. Медаль «Дети войны» не имеет статуса государственной либо ведомственной. Эта награда была основана в 2012 году общественным фондом «Дети Великой Отечественной войны». По неофициальным данным, в Стерлитамаке проживает более 300 человек, относящихся к этой категории граждан.